опьянел совсем, в голове дурман. О, бармалеи неблагодарные, блядь, контент им не нравится. Будете хуйню писать, пойдете в самый угол. Вы чё, блядь? А я пока вон занимаюсь палисадником. А, ну вернее, мой садовник. Садовник палисадников. Проснулись. Спросите, Юра, как настроение? Я опять наковырял прыщ. Хуан их поливает. Так что отправляемся за Никулиным. Да. В поисках Коли. Ключ интересный взял. Да, но точно их не вытянет. Это все. Хорошо. Ращу себе травушку. Муравушку. А? Вроде стол заведи. Ему будет и тепло, и нормально. Ну все. Хорошего просмотра видео. Лайк, комментарий. Сложившиеся ситуации, сами знаете, как это важно. Нужно и полезно. Солнышко. Мяу. Наш обычный завтрак, вон круассанчики и два Никулина. Один большой, один, который пропал. О, опять вы! Всем, кто принимает участие в челлендже Юрти Доллар, всем огромное спасибо. А сейчас специально для Альфиюши Volkswagen. А вообще, Катька нашла какое-то ближайшее море здесь у нас. 20 минут пешком. Вот мы хотим посмотреть, какой у нас пляж ближайший. А то сами знаете, живем в ебеняк сейчас. Денег нет. На маршрутке на нормальный пляж ездить дорого, блядь. Реально, отдать за пляж 500 рублей, чтобы туда съездить. Что-то я, блядь, не кайфую настолько. Так что вот, идем на ближайший. О, рыба по 40. Хуя карась, наверное, какой-нибудь. Всегда думаем об еде. Ну а что? Давненько, знаете, вкусно, много. И чтобы не доели. Вот так мы давно не ели, да? Ну, здесь эти тортосы. Ну, не люблю я эти тортосы. Но здесь можете купить всякие штуковины для крыши. Как где-то с вами под мостом. Заправ? Короче, бензин. Ну, доллар практически. Доллар 10 стоит. Это автомобиль Ford импортного производства. У вас еще английские буквы не запретили в России? Go Mart. О, Мазитов едет. Сейчас, блядь, подожди, опасно. Да это из-за... Ага, и мотоцикл, блядь. Не-не, опасно. После Мазды. Короче, наступил я на ногу и опиздюлился. Дорогой великий лирика. Это тот, который, знаете, задонатит 777 рублей и потом месяц ходит, блядь. Юра, скажи что-нибудь про меня. Лирика, ты охуенный. Да. На Биг-Биглео лучше. Прямо где-то. А море там у нас. А Тиса балбес. Либо она встали, они либо отсюда, либо отсюда. О, смотрите, смотрите, женщина в маске. А на самом деле музей коррупционеров Канкуна. А, это все жулики Канкуна, да? Мексика. А, Мексики. Давайте посмотрим, может ваша рожа есть чья-нибудь? Где Биг-Биглео? Вон, ага, вон, Леня, ёпта! Не, ну чё, у меня сколько лиц. Ну, Катька боится, говорит, убьют нас. Резину, о, заебись. Ну, идем туда, там включусь, а то опасно. Чё? Да, птичек разных, видите, и птички. Нет, птички. Короче, смотрите, у меня есть зажигалка и есть, блядь,
Сухая пальма. Я думаю, может, пил, но боюсь. Вдруг вспыхнет. А мы вот идем. Такая улочка неплохая, тротуары есть. Автобусы какие-то ходят, которых мы ни разу не видели. R5. Короче, Пуэрто-Вальярте отличается от Канкуна. Но здесь потому что Тихий океан, а внизу этого. И народу мало. А, и вот такой тротуар пальменный. Да, такая атмосфера, чувствуете? Карибская атмосфера. Дорога из брусчатки сделана. По бокам разные там заведения, назовем это так. А, вот мы где с вами находимся. Здесь мы с вами можем увидеть много-много птиц. Вот это. А, горза азуль. Смотри, всякие эти. А это где? Это где-то здесь. Это вот тут, за забором. А, вот там. А, черепахи есть. И вот, короче, видите, здесь поле. Туда можно заходить-то? Бля, вон написано, что нельзя. Проявите тиран Басура. Пойдем, Басура. У нас же другой план, блядь. Вы нахуй в парк. На лодке можно покататься, будто деньги есть, блядь, такая умная. Знаете, теперь вовсюда, блядь, хочет. Мне кажется, тем самым она меня хочет унизить. Чего, милый человечек? Туда теперь. Хочешь туда теперь? А можно на лодке по мангровым зарослям покататься. А ты что, не плавала ни разу в мангровых зарослях? Нет. Бля. Богачи, посмотрите, какая красота. Пуэрто-дель-Мар. Огороженная территория. И челяди поганой нет. Вообще прикольно. Охрана на входе. А, ну дома такие, высоточки. На самом деле, блядь, прикольно быть богатым. Да куда на маршрутке можно ехать? А, до дома можно на маршрутке уехать. Мы идем уже часа два, короче. Не, прикольно на огороженной территории жить. Все, живешь раз в неделю, знаете, даже машины нет. Съездил в Walmart, закупился, блядь, и все. И ходишь на море. Но здесь, да, уже такая атмосфера какая-то другая. Прям вообще пиздец. Не знаю, как ее передать. Другого курорта. А срать-то... Ходишь из дома и думаешь, ну сейчас вот дойдем до какого-нибудь места, где будет пляж и дешевая еда. А, сука, богачи везде влезли. Ну, смотри, тоже какая-то это лодка ходит. А, здесь какая-то лодочная штуковина. А, 700 метров нам до моря еще. Ну, у моря точно дешевле не может быть. И самое странное, что вечерами все отсюда идут с работы. Хотя пока строек мы не видели. Можно чай купить холодный, кофе. Здесь еще просто люди живут. Смотри, домик какой аккуратный, беленький. С балкончиком. А, друзья мои, нам же надо, блядь, на месяц на жилье на следующее. Я предлагаю снять более-менее нормальные апартаменты. Даже можно где-нибудь здесь. А, ну отсюда получается на маршрутке до автобуса, да? Ну да. А, ну здесь море, если есть, так и нахуй туда вообще ездить. К барыге только. Если. О, нихуя какой. Безножье. А вон мы сейчас свернем и будет. Зачем? А, за пивком еще сейчас зайдем. Бля, мне ж поел бы лучше, ну ладно. Я тебе на пиво оставила. Ага. Тут нету? Решили взять пивка и узнаем заодно, как зайти на пляж. А то здесь вот непонятная хуйня, блядь, крючки пиздатые. Я un rato más empieza a llenar, ya la gente se viene para acá. Porque ya llena, ya no hay donde estacionarse, cualquier cosa, y la playa aquí la más baja de aquí,
hasta allá, hasta donde está la caseta. No, 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 aquí no, acá la vea. En la entradita. En la entradita, ajá, sí. Ajá, ahí vas hasta allá y hola, así como dice, para allá. Caminas así, así, ajá, y ya queda a la playa limpia. Gracias, gracias. Ajá. Нам объяснили, как до пляжа дойти. Puerto del Mar. Is a free enter? Да. Esta calle, esto, así, ahí da. Дорога будет. Короче, поняли, да? Ага. Ебанитый где-то что-то. Ага. Короче, видели? Дорогие любимые мексиканцы все объяснили. Сейчас туда пойдем, там свернем, и будет пляж. Но я бы еще бы здесь порыпал. Давай, пойдемте, дед нам покажет. Ага, тебе, все, мы пойдем. Пивная Катька вышла. Бля, я бы туда еще сходил, конечно. Нам так интересно вроде. Бля, знаете, люблю всякое новое, вот эти помещения. Не помещения, а улочки. Бля, нихуя гостиница какая. Ох, нихуя красавчик. Ну все, мы с вами вышли на дорогу к пляжу. Бля, сегодня ощущение, что мы опять, да, переехали? Вот очень часто на Карибах вот это ощущение, что ты опять где-то в новом месте. О, нихуя. Не косячок хоть курит? Косячок. Косячок? Да. А, нюхаешь? Да. Косячок, он же еще подмигнул. Бля, это, наверное, здесь и все дешевле. А у нас есть налик? Да. Так, короче, надо замутить. А, у нас же есть эти. А, бля, друзья, давайте продолжим челлендж. Юркина покурить всего по доллару. Я вообще решил, знаешь, перейти на это, что вот по доллару. 763 рубля. Все, 7 тысяч надо взять. Но я лирику вроде упомянул в сегодняшнем видео. Может быть, что-нибудь опять там. Кто? Катька. Ага, опять что за Катька? Да ты уже не хрюшка у меня. Ты же худенький бегемотик. Вообще у нас море рядом оказалось. Нахуй мы ездили туда, а? Короче, надо здесь барыгу искать. Короче, сейчас дойдем. А, у нас здесь, короче, не пляж, а рыбатит. Да, вон, реально. Ты знала, что отсюда лодки ходят? А, знала? А, ну здесь нормальненько. Вон там-то вода вообще чистенькая, смотрите. Здесь прям вообще хорошо. Бля. В общем, наш пляж в 20 минутах от дома, он вот такой. Здесь можно взять, видимо, на прокат лодку, поплавать запросто за небольшую сумму доната нам. Мы на чем туда сходить посидеть? Куда? Воняет, да, рыбой, которую, знаете, выбросила на землю, и она умерла. Ой, вон много-много птиц. Видите, рыбу ищут. О, вообще. Какие-то новые птицы. Ну, так просто побродить очень романтично. Да, надо было у того дьявола спросить, где он курить брал. Ну да, поплавать можно просто. Но запахи. И здесь уже вам тину никто не уберет. А, это территория этих богачей. Там тина убрана, видишь? А тут началась вообще зона богачей. Нормальные такие апарты. Вот эти апарты, наверное, 1240, может, по нынешнему курсу, так все 400, да? И можно вот пожить. Ну, так себе, море-то здесь не особо красивое. То есть зона не отельера поинтересней. Интересно, а докуда мы можем дойти? О. Не, ну что, здесь так-то, ну бля, не очень. Ну да, грязновато. Для грязных богачей, короче. Для грязных. И, кстати, очень много номеров занято. Ну, видимо, заграничные люди, видите, они по-другому отдыхают. Захотел, в гамак вон ёбнул. Захотел, яхту взял. И уплыл в Америку на яхте, да? Ой, где же наш богач?
Кстати, в новостях в Мексике всегда вот сейчас очень много говорят, что все богачи с Европы, с Америки, но вот русскоговорящие сюда перейдут, на нашу сторону. Вот не знаю, насколько это правда или вообще неправда. А на нашу сторону я имею в виду в Мексику. Это вот обслуживающий персонал, как Катя их называет. Ну, тоже неплохая гостиница. Но ветрено у них здесь. А, Катьку уронила панам. Ну да, здесь вообще заебца. А? Прямо морца, видите? Тут тоже гамачочки. Не, неплохо. Тихо и спокойно, да? Вот хорошо. Там нихуя масштабы, наверное, да? Ну сейчас богач к нам приедет. Не, вон там-то он чистенький. Куда пойдем, да? А что, пойдемте пиво пить в Карибском море. Вы, кстати, пили пиво в Карибах? О, заебись. А вы-то что делаете? Дно Карибское неприятное. Очень. Давай дальше. Одно богачей. Ох, нихуя! Заебца! Евала! Юрка пьет пиво за вас. Заебись здесь на Карибах. Тури-тури. Продолжаю не работать, хули. Мамка судья, батя прокурор. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну и Катька жируха, он видит? Что-то пить начало много. От хуевой жизни. Переживает? Как вы там все? Пойдемте прогуляю вас по Карибам. Вам рыбу видно? Вон там два дельфина шпилятся. Не-не, они сейчас отплывут. Я знаю. Я тоже. Ага. Ля-ля-ля. Очень на Юрин сингапурский дом. Нет, ты понимаешь, что здесь цена дня стоит, как у нас цена трех дней. Ой, трех месяцев. Бля, какое видео. Бля, вообще красиво. Специально для подписчиков Телеграма слегка выпивший Юрка желает вам отличных выходных. Ссылочки на донаты где-то там. Ой, хуец я вам показал, видели? А, и вот моя женщина. В общем, продолжаем не работать. О, гамаки есть у нас еще. Решили пожить, знаете, по-богатому нахуй. В пизду. Деньги, пыль. Угу. Ну чё? Мы за границей, мы накупались, назагорались среди богачей, ну видели сами. Сейчас отправились обратно домой. Блядь, ну, пока вот так, да. Пьем-пьем. Морька хорошая. Сами понимаете, Карибы, хули. Жарко. А мы пришли в какое-то заведение и будем сейчас есть вроде бы как рыбу. Нам помогают переводчики. Сколько хотят съесть или здесь? А. Аки. Здесь. И вон там рыбку делают, видите? Ее в кляр опускают, и должно быть заебись. 100 pesos mexicanos, la orden. На, 100 песо, ага. Заебись. Так, это. Вообще, вот вам цены на рыбную продукцию. Это, наверное, креветки. Катька-то, знаете, переводчик наводит и переводит. Вот, севиче. Не помню, что это такое. Но рыбку жду. О, рыбина, видали? Заебись.
я. А, на щуку, да, похоже. Да, это похоже щуки у нас здесь. А, вот, наш, видит. А, короче, маленькая рыбка, сок. Так-то дохуя. Ну, а мы сидим в ресторане нашего коллеги и ждем нашу рыбку. Будет, а, здесь. Ага. А? Ого! Нихуя! Какая здоровая рыба! Смотрите! Ага! Вообще заебись! Ага! Ну что, вкусно? Салат супер! С кинзой капустный! Ну, Катьке нравится, значит, уже заебись! О, я вас вижу! Прям охуенчик? Где вкусно? Нет, она кидай, блядь! Подмили, кидай сюда! Пожалуйста! Да. Ну, короче, знаете, все местные и мы. А? Я хочу вот такую остынку. Да. Все, короче, я же не на стриме, я ем. Короче, едим.